Вот, может быть, они покупали у вас татарские пельмени по 174 рубля. Говядина и курица, да? Да. Ага. Тут вот у вас еще рябушка есть. Да, просто куриные. Просто куриные. А вы прям сразу на домашние решили предложить, да? Да. Свинина и говядина, да? Нет, там вряд ли свинина. Они только говяжьи, куриные могли. Знаешь, просто говяжьи. Просто говяжьи купили, да? Тоже есть просто говяжьи, вот они. А, вот эти вот, да? Вот эти, да. Крупные, поменьше. А-а-а. Или, значит, если свинину едят, значит, вот такие. Ну, вкусные, вкусные, да. Куединские. Нет, ну вот то, что у вас позы есть, меня это удивило. Позы. Это же сибирские. Да. Позы. Вот эчпочмак есть. Самса. Ароматная куриная. 218 рублей. Манты татарские. Все, у вас интересный магазин. Красиво так оформили. Хорошо. Куединский. Ладно, будем знать. Да, если что.